Здравствуйте, меня зовут Павел Сидорик. Я занимаюсь отделкой и ремонтом уже более 10 лет. И в этом выпуске я расскажу о том, как сделать шумоизоляцию канализации. Одним из источников шума в многоквартирном доме является санузел. И первая скрипка в этом оркестре – это канализация. Происходит это потому, что канализационный стояк в подъезде общий и, как правило, не зашумоизолирован. И нам приходится слушать звук падающей воды с верхних этажей. Самый простой способ избавиться от неприятного шума – это использовать заводскую шумоизоляцию. Но я рекомендую применить спеенный полиэтилен, так как он в разы дешевле и можно произвести им более качественную шумоизоляцию за счет увеличения количества слоев. В нашем случае канализационный стояк уже зашит данным материалом. И поэтому на примере этой трубы я покажу, как мы это сделали. Отрезаете нужного размера кусок подложки. После этого в несколько слоев оборачиваете вокруг трубы. Чем больше слоев, тем лучше, но в разумных пределах. И затягиваете все пластмассовыми хомутами. Этот процесс мы делаем от потолка до пола. Количество слоев можно увеличить. От этого шумоизоляция станет только лучше. В этом выпуске мы разобрались с шумоизоляцией и канализацией. А наши предыдущие выпуски уже в полной тишине вы можете посмотреть по ссылке ниже. С вами был Павел Сидорик и онлайнер Бай. Делайте ремонт правильно.